Просто мяу. Я тебе на Новый год куплю огромный стакан. Мама говорит, что заморачиваться, зачем вазу брать? Возьми сразу, говорит, ведро положи под стол. Возьми шланг. Давай, Айка, давай, давай. Давай, красиво. Смотрите, шарф можно вязать, как я говорила. Прыгалка. Прыгалка. Всем привет, мои хорошие. Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмери и обворожительно неповторимая прекрасная Аспатима. И сегодня мы снимаем для вас очередное новое видео в Burger Station. Сегодня у нас с вами цезарь салат. Вот такой вот, красота просто. У нас, значит, здесь одна порция, которая поделена на две части. То есть порции здесь просто огромные, вы наедитесь, это точно. Здесь у нас наггетсы. Сырные, как они назывались? Моцарелла стикс. Моцарелла стикс. Это я и у Фати показывала. Оу. Оу, вау, вау, вау. Кисло-сладкая горчица. Правильно я называю? Смотрите, шарф можно вязать, как я говорила. Прыгалка. Прыгалка. Это горчица, это нечто. Попробуй только. Я не очень люблю горчицу. Это не такая, как обычная горчица. Это особая горчица. Пробуй, ты должна попробовать. Моцарелла стикс это... Моцарелла стикс это произведение искусства. Макая. Попробуй горчицу, я говорю тебе, Айка. Такой опаской. Капельку макнула, ну как? Это сладкое. Видишь, она с медом, кажется. Просто вот эти моцарелла стикс, они вкусно совсем. Кажется, у нас одинаковые бургеры, Айка, не нужно их резать. Это комбо-меню. Да, их не нужно резать, потому что это одинаковые. Мой фирменный способ открывания. Айка, ты нас убьешь в конце своим способом. Давай я просто этим открою своими. Ты не с той стороны открываешь, неправильно. Точно. Аллилуйя. Поняла, как это делать. О, боже мой. Айка, всему тебя учи. Давай, Айка, давай, давай. Давай, красиво, давай, давай. Веди себя нормально. Веди себя прилично, ты у меня на канале. Вы ожидали, что Фатя поет песню из Ира? Никто не ожидал, а я спела. Обожаю их картошку, обожаю. Ну как тебе? Вот так вот выглядит бургер. Вот что внутри. Какая шапочка прикольная. Нет, эти булки у них, конечно, нечто. Я переезжаю сюда. Кстати, Instagram Burger Station мы оставляем в инфобоксе. Вы можете перейти, там как раз таки есть еще и адрес. Это место на улице Баку, в Азербайджане, около метро Азиасланова, прямо напротив супермаркета Нептун. Через дорогу? Да. Очень вкусно. Вот это я понимаю, Цезарь. Я один раз снимала видео про салат Цезарь. Там были вот такие помидоры. Большие. Я в другом ресторане заказывала. Большие были? Помидоры. Огромные. А плюс еще здесь еще должна быть специальная капустка. А там была просто... Чагыни капустка. Но она была без салата по-русски. На улице дождик. В такую погоду, как знаете... Романтика.
Скоро Схватима перейдет в ряды певиц. Вы можете на свою свадьбу заказать ее исполнение. Тама-тама-да, тама-да, тама-тама-да, ты мне да. Этот бургер мне очень понравился. Очень вкусно, идеально. Хотя мы уже снимаем второе видео, по идее уже аппетит должен быть не тот, но... Это не то. Это острый, да, соус? Нет, это кисло-сладкий, по-моему. Он немножко как будто отдает остротой. Да, не знаю. Ты скучала по мне, Бобсик? Угу. Сколько мы не виделись? Последний раз мы виделись, когда я пришла к тебе, и ты болела. Да. Наверное, около недели. У Пати есть такая классная привычка, когда приходишь к ней домой, можно зайти сразу в холодильник, сразу открыть все шкафчики. То есть я чувствую себя как у себя дома. И, например, говоришь, мне понравилась ваша фейхуа, и она говорит, хочешь, я тебе с собой заверну? Поэтому я всегда беру рюкзак с собой, когда иду к ней. Там 5-7 видов йогурта. Я говорю, вау, йогурты. Она говорит, хочешь, возьми с собой. Ребята, вы можете сказать, что я мне обратно, но вы должны меня понять, все падает. Я встаю. Как всегда. Я встаю. Тома-тома-да. Ты мне дашь слова эти? Тома-да. Дашь? Чувствуется, что прям все свежее. Угу. Да. Я в своем видео тоже сказала, здесь тоже скажу. Это homemade fast food. То есть это домашняя еда. Она не вредная, как fast food из Макдональдса. Это чувствуется, когда вы кушаете, это чувствуется. Поэтому вот огурчику. Ты чувствуешь вкус настоящего мяса. Ой, как я наелась. Просто вкуснотища. Попробуем салатик. Айка прям от души. Ты можешь его положить перед собой, чтобы тебе было удобнее. Я просто чуть-чуть попробую. Я думаю себе прикупить для видео, для съемок видео, вазу. И использовать ее как стакан, как думаешь? И вот такую вот трубочку. Я тебе на Новый год куплю огромный стакан. Мама говорит, что заморачиваться, зачем вазу брать? Возьми сразу, говорит, ведро положи под стол. Возьми шланг. Говорит, с твоим размахом. Тетя вчера разговаривала с мамой. Она говорит, сколько она ест. Если я каждый день снимаю видео, это не значит, что все эти видео сняты в один день. Почему люди так реагируют, я не понимаю. Да, обычный обед. Просто мяу. Твой напарник. Что смешного? Почти голый пошел. Честно? Как? Я не увидела. Шорта. Честно? Да. Вау. На улице такая холодная погода. Наверное, иностранец из холодных краев, для него это лето. Ты права, этот соус острый. Я сказала, я просто не люблю острое, и я сразу чую, когда что-то острое. Ребят, это уже второе видео. Будет еще 4. Ой. А зачем я ем ее картошку? Это мне что? Нравится, если перчатка. А так зачем? Берешь, вот так вот. Зачем у нас 3 картошки, Айка? Не знаю, я заказала. Я думаю, мы не наедимся. Да.
Алка заказала, как в последний раз. Есть так есть. О, Айка. Спасибо тебе, Айка. Пожалуйста. Взяла меня сниматься. Я вчера не могла заснуть, думала о бургерах. Хорошо, что мы есть друг у друга. Я вот иногда так думаю. У меня нет сестры, но у меня есть Фатя. Правильно? А Фатя нет сестры, это хорошо. У нее есть я. Я думаю, что дружба — это почти то же самое, что семья, но с одной стороны, сестру ты не выбираешь, например, да? А подругу ты сама выбираешь, выбираешь с ней дружить. Я знаю таких людей, которые, например, с родными братом и сестрой не так дружны, как с подругами, например. Например, моя Шелли так. А с братом я бы не сказала, что прям такие близкие у них отношения, а у нас с ней мы прям можем на любую тему поговорить. Ну, мальчик-девочка – это другое. То есть брат с сестрой не всегда бывают так близки. Конечно, с подругой брата не сравнить, но с сестрой можно сравнить. Мне как-то неудобно стало. Айка. Я считаю, что вам обязательно стоит прийти сюда и попробовать эти бургеры. У них в Инстаграме, они, кстати, вчера сняли дорогу, как от метро идти в их заведение. Поэтому можете перейти и посмотреть. Но это очень легко, если вы завернете от метро чуть вперед, вы найдете мини-Нептун, потом вы уже сразу сориентируетесь прямо напротив. Там, здесь, правда, кустарники и деревья, но что-то будет. Вы внимательно посмотрите, и увидите Бургер Стейшн. Около метро Азиасла. Всем советую. Цезарь вообще бомба. Да. Я тоже сниму свои перчаточки, наверное. Айка. Мы с Айкой хотим снять видео про раков. Да, на Фатин канал. Так что обязательно подписывайтесь на канал Асквотима, ссылка будет в инфобоксе. Да, потом, если вам понравится, мы такое же видео снимем Кайки на канал. Если она научится есть раков и понравится. Ты меня научишь, да. Да, мы будем на перегонке есть раков. Челленджи, давно не было у нас челленджи. Да, кто больше съест. Нет, вообще Цезарь божественный. Причем порции у них, знаете, такие большие. Да. То есть это одна порция, поделенная на две части. Мне кажется, вот с одной этой порцией можно наесться. Да, мне тоже так кажется. Иногда, когда вот такая вот погода... Не совсем просто, знаешь, как... Что хочется каких-то... перемен, хочется какого-то внезапного счастья, вот что-то резко обновляешь страницу, например, в своем YouTube, и резко на тебя подписалось, например, 2000 человек, и ты такой, вау! Можно резко пойти по магазинам и резко купить какую-нибудь новую кофточку и обрадоваться. Нет, кофточки уже, знаешь, настолько счастья не приносят. Я помню, когда мне написали первый комментарий в моей жизни, не считая моих родственников и брата, который постоянно писал мне хорошие комментарии, я просто знала этот профиль. Там что-то у него какой-то ник был Пабло. Я знала, что это он. Вот. Я настолько была счастлива. Я просто встала с кровати, начала прыгать, что вау, кому-то нравится то, что я делала. Кто-то, кроме меня, смотрит мои видео. А ты по просмотрам не видела, у тебя же были просмотры. Ну, знаешь как? Было, например, 10 просмотров на видео, из них 8 были мои. Понимаешь? Когда 10? Ну, ты тогда, мы с тобой тогда еще не были знакомы. Это было на старом канале? Это было вообще в начале моей карьеры. Да ладно, разве так было? У меня сразу 100 просмотров, 300 просмотров. У меня нет, я ставила видео, на нем 10 просмотров кстати, было. Интересно, я думала, у тебя удачно было. Ты раньше меня начала, может быть, в твои времена были не так просто. У меня я ставила видео, на нем 10 было просмотров, из них 5 моих. 2 брата, 1 сестин. То есть мы так раскидали эти 10 просмотров, получается, что просто наша семья смотрит. У самых знаменитых блогеров в Ютубе в начале было очень мало просмотров, так что это нормально. Дай мне салфетку. На! Только не шуши.
Минуточка, АСМР. Я видела одно видео в Ютубе, там, короче, девочка такая вот так вот делает. Привет, мои хорошие. Ты видела это АСМР? АСМР на ночь. Вот раньше мне казалось, кушать на камеру, какой бред, да, например. Сейчас думаю, не, интересно. А сейчас думаю, вот этот вот АСМР, который на ночь, какой бред. А скоро вы увидите, что я тоже такое снимаю. И последнее, попробуем один наггетс, который я обожаю. Ой-ой-ой. Я просто сейчас лопну, и брызги полетят во все стороны, и больше мукбанков не будет. Потому что напоминает о второе видео, не думайте, что я стала слабачкой. Не верьте, она стала слабачкой. Нет, не стала. Фатима, большой великий мукбанкер. Я съела 54 суши. Ты можешь громче говорить? Я съела 54 суши, я мукбанкер великий. Ой, как она это ест еще. И такой пар идет, ты видишь? В последнее время мне кажется, что Айка стала есть больше, чем раньше. Она... Я тренируюсь каждый день по 2 видео. Она растянула желудок. Думаешь? Да, конечно. Раньше она вообще никогда не могла больше меня съесть. А сейчас вот я наелась. Хотя ты не доела бургер. Я погорячилась тебя хвалить. Подведем итоги. Что тебе понравилось? Мне очень понравился бургер. Наггетсы, цезарь. Это все понравилось. Все понятно. Моцарелла стикс я пробовала в прошлый раз. У меня в животике нет места. Это ее любимые стики. Она их заказала себе. Айсти понравилось. Все вкусно, все соусы. Не к чему придраться просто. Если не верите, приходите сами попробуйте. Адрес внизу, так же, как и ссылка на их инстаграм. Очень вкусно. Да. На этом, я думаю, что пора закругляться. Мы очень надеемся, что это видео вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на Burger Station. Ссылка будет в инфобоксе. Переходите на их инстаграм. Также подписывайтесь на эту красавицу. Мне будет очень приятно. На этом все. Всем желаем приятного аппетита, удачного дня. Всем пока.